Земля летних туманов и сумрачных лесов. Англия хранит много тайн, и я хочу раскрыть их все. Эта земля вечно противится нам, огрызается, как загнанный в угол пес. Не знаю, смогу ли я поселиться здесь. Возможно, звезды ведут тебя иным путем, и дом твой не здесь. А ты скучаешь по своей родине? Я давно там не был. Но она прекрасна, если забыть о тщеславии, надменности и низости людей. Хотелось бы ее увидеть. Можешь, если хочешь. Мой отец был зодчим, строителем настоящих чудес. Он возвел большую мечеть в Самаре. Но один из приближенных халифа присвоил его заслугу себе. Отца изгнали, и он умер нищим. Жаль слышать. А как же верность, беседы друзей у очага, а нежность и тепло, и объятия любимых? Есть лишь горстка достойных, что возвышаются над прочими. Отважных и прозорливых людей немного. Сигурд один из них? Верно. В этом Фулки не ошиблась. Я боюсь за него, Басим. Нет мне покоя, пока он в плену. Равно как и мне, друг. С тех пор, как римляне покинули Англию, здесь мало кто ищет знаний и хочет учиться. Немногие оставшиеся книги прячут под замок в церквях, подальше от простого люда. Трайлы и керлы не умеют читать. К чему им книги? Но могут научиться у священников и открыть для себя огромный пласт истории. Аристотель, Пифагор, Евклид. Древние знания скрыты от всех, кроме немногих монахов. А ты изучал их труды? В юности я был одержим поиском понимания. И проводил много времени в Доме мудрости в Багдаде. Это школа? Великая библиотека, где собраны труды мудрецов. Сокровище для юнца, ищущего ответы. Однажды я сидел, скрестив ноги, и читал труд великого астронома Аль-Хорезми. Но со скоростью срамящей юнцов его выхватил у меня из рук сам этот ученый муж. Я не мог вымолвить и слова, но он был благодушен и открыл мне чудеса науки. Что же ты там изучал? Календари и расчет хода Солнца, Луны и пяти планет. В этих формулах был четко виден божественный замысел. Вот наш враг! Убить! И я спросил, в этом ли познание природы Бога? Ты увидел своего Бога в рунах? Я познал мудрость, и с тех пор ищу ее источники. Эйвор, нам ведома лишь часть мироздания. Большинство замечает лишь песчинки. Но некоторые, вроде Сигурда, видят течение песка. Фулки нашла в Сигурде то же, что и ты сам? Думаю, так и есть. В Кентербери нам не рады, так что не привлекай внимания. Выглядит роскошно. Но все это построено на золото рабов их бога, который... Земля летних туманов и сумрачных лесов. Англия. Здесь много людей, Фулки. Сигурда хорошо охраняют. Нужно действовать осторожно и скрытно. Готов? Давай за мной. Это ловушка. Зачем Фулке выдавать свой санктум? Она ждет нас. Уверена в себе.
Понятно, еще не знает, что ей грозит. Она слишком умна для этого. Сюда, на помощь! Если она еще здесь, я спалю этот дом Божий дотла. За орден! Во славу древних! Не позвольте этим язычникам раскрыть наши...
Должно быть, это путь к Санктуму Фулке. Так идем же. Фулке! Я здесь! Фулке! Я здесь! Покажись! Осторожно, Эйвор. Не сыграй ей на руку. Что значит все эти невнятные речи об эльфах и демонах? Кое-что об Ордене Древних. Фулке стоит у власти, но не возглавляет его. Она плела гнусные сети. За каждую каплю пролитой Фулке крови я нацежу рог ее собственной. Евангелие от Магдалины. Чертежи большого замка в Уэссексе. Найдутся ли здесь уязвимые места? Сигурд. Возможно. Крепость в Суссексе. Орден обучает там воинов. Нужно знать точно. У Сигурда мало времени. Что-то еще?
Записи, которые заинтересуют незримых, в том числе Хайсама. Но что до Сигурда, единственный след ведет в Порчестер. Если он в замке Порчестера, нам понадобится большое войско. У меня появилось много друзей в Англии. Они откликнутся. Верно. Басим, она отрубила ему руку. Скажи, он справится? Он может выжить, но дух — совсем другое дело. Подобная потеря сломит любого. Если ты думаешь, что он лишит себя жизни, как Тедмунд, забудь. Скажу своим людям, что их ярл еще в плену. Им это не понравится. Мы справимся, Эйвор. Я отправлю весть в селение, когда узнаю больше о Порчестере. Готовься. Где же он? Где же Сигурд? Сигурд жив. Но с тобой его нет. Как так? Так только не сейчас. Мне нужны Крандви. Ты не нашел его, да? Признайся, Эйвор. Скажи нам правду. Мне нужно Крандви. Отойди. Немедля. Не нашел. Потому что и не искал. Я вижу тебя насквозь, Эйвор. О, да. Эйвор, ты один? Боюсь спросить, что стало с Сигурдом. Я не нашел его. Безумица Фулки, она ускользнула. В Суссекс, с ним. Нам нужно войско. Наши союзники. Напомни о их клятвах мне. Нужно действовать, пока не... Пока не... О чем ты, Эйвор? Рандви, она пытала его. Долго. Отрубила ему руку и оставила нам. Боюсь, его ждет смерть. Медленная. Боги...
Пришло послание. Стой, брат Волка! Покончим с этим! Так, лучше просто уходи. Я не такой, как ты, Эйвор. Я не бегу от ответственности и не гонюсь за славой. Я всегда поддерживаю свой клан. Очень долго я стоял с тобой плечом к плечу, веря в мудрость Сигурда. Ведь я разделял его убеждения. Он приказал: делай, как скажет Эйвор. И я делал. Подчинялся тебе, даже когда был не согласен. И чем это кончилось? Мы остались без ярла, без цели. А ты носишься по всей Англии, как бешеный заяц. Ты мог поговорить со мной наедине, так, но теперь поздно. Ну и ладно. Я все для себя решил. Слушайте все! Я сражусь с Эйвором за право вести клан до возвращения Сигурда. Уйди прочь, Дак. Нет. Будем биться насмерть. Это безумие. Я не согласен. А это не просьба, Эйвор. Вперед! Ну, расступитесь! Я тебя разделаю, как свинью! Путем глупца, Дак. Лучше остановись. Как же ты трусишь. Ничего. Я сделаю все быстро. Принуждай меня к этому. Отступись! Идешь путем глупца, Дак. Лучше остановись. Как же ты трусишь. Ничего. Я... Неужели ты не видишь? В этом нет никакой чести. Не можно, знаешь, как есть. Тебя научил
сознание. Уйдешь, будешь жить. Хватит кудахтать! Дерись! Что же, у меня нет выбора. Стал расточать жалость на этого дуралея. Он меня вынудил. Да, дерзость карается смертью. Ты сам так сказал. Ты дал ему все, что он просил. И хватит с него. Ведь в моем чертоге героев для слабости места нет. Он сражался за то, во что верил. Это ведь хоть что-то значит. Но ты все равно его убил. Какова же цена дерзости? Это решать тебе. Жаль, что так вышло, друг мой. Возьми и ступай к Одину. Пусть в следующей жизни ты обретешь то, что искал в этой. Все по домам. Я все сделаю. Ну идите же! Так обвинил меня в предательстве, в том, что я нарушил клятву. А это мой ответ ему. Я скажу вам всю правду. Никто не ждет Сигурда больше, чем я. И вы это знаете. Все вы. Пускай я переверну весь Уэссекс вверх дном, но найду его! В этом я вам клянусь! Я клянусь. Я его найду. К вам вернется ваш ярл. Обещаю. Так, ты умер, как и жил, с гордостью. Не могу гневаться на тебя за это. Я скучаю по твоим историям, друг мой. И помню их все. Островок спокойствия. Но мое видение все еще не дает мне покоя.
Хорошо бы отдохнуть под деревом. Раньше меня это всегда успокаивало. Надеюсь, Сигурд знает, как дорог он был тебе. Говорить об этом уже поздно. Новое письмо. Скажи, Эйвор, как ты? Я... Давай лучше не будем об этом. Понимаю. Посмотрим на карту союзов. Что там с Линкольнширом? Недавно к нам прибыл дерзкий человек по имени Хунвальд. Хочет поговорить с тобой. Сказал, что дело очень важное. Где он сейчас? На причале. Пьянствует с моими людьми и распугивает рыбу. Ему не терпится с тобой встретиться. Как мило. Что ж, пойду прямо сейчас. Береги уши. Эйвор.
Мне нужно сделать пару изменений. Удалось найти бойца? Мне уже пора. До встречи. Разве это несчастье? Жить по-простому. Окружив себя друзьями. Сидеть у безмятежной реки. Я пришел сюда выпить, птенчик. Я без ума от плеска воды, запаха меда и вопящих брызг. Может, вас это удивит, но наша беседа вдохновила меня на стихи. Позволишь их прочесть? Валяй, птенчик. Порази меня. О, попытаюсь. Внемлите. Ода алчущему пламени. Кто это? Еще один скальд? Я? Что ты? Какой из меня скальд? Нет, я скромный тен, любящий стихосложение. Всего лишь дилетант. Могу продолжать? Я пришел сюда не стихи слушать, лорд. Говори, что нужно, или пей. Да, конечно. Я хотел встретиться с Эйвором, великим воителем из этого клана, если мне позволят. Ты ведь понимаешь, лорд, что у Эйвора в Мерсии врагов больше, чем друзей? И прежде чем я за ухо оттащу тебя навстречу с ним, представься. Да, прости меня. Я Хунвальд, преданный сын Хунд Беорта, элдермена Линкольншира, да исцелит его Господь. Видишь ли, отец болен. Дурные люди пользуются тем, что он не может мыслить ясно. Если верить слухам, это могущественный тайный орден. Месяц назад мерсийские воины вышвырнули меня, его единственного сына, из дома. За что, не знаю. Только сам отец никогда бы не приказал изгнать меня. Путь человека, отвергнутого семьей, труден. Вы могли бы помочь мне вернуться в Линкольн. Мы вместе войдем в город, и вы устроите мне встречу с моим благородным отцом. Мы готовы помочь, но хотим получить кое-что взамен. Союз между нашим родом и твоим. Договорились. Несмотря на недавние войны, мой отец – хороший друг данов. Печален твой сказ, Хунвальд из Линкольншира. Сын, лишенный отцовской защиты, жаждет отстоять свою честь. На что ты пойдешь ради этого? Прольешь ли кровь? Само собой. Правда за нами, и я брошусь в самую гущу сражения, чтобы защитить отца. Что ж, хорошо. Сейчас я нужен своим людям. Но позже мы вместе найдем твоего отца и восстановим справедливость. А, это ты здесь главный? Я так и подумал. Храни тебя, Господь. Мы не будем пытаться прорвать стену щитов. Но опасности не миновать. Дай слово, что будешь выполнять мои приказы. Сделаю все, что скажешь. Ну, раз такое дело... Я буду ждать в убежище, в Бодльфстоне, на северо-востоке. Оттуда мы отправимся в Линкольн. До свидания, птенчик! Удачи! Храни вас всех, Господь. Боюсь, я приведу мальчика на его собственную казнь. Зато он заткнется.
Пойдешь с нами в набег? Поднять парус! Сигнал! Сам не справлюсь. Хватит! Идем на корабль! Oh.
Парус поднять! Сигнал! Сможем довести до корабля? Эй, подойди-ка сюда! Идем, мы тут задержались. Парус!
Помогите! Больше паруса! Эй, сюда! Славная добыча! Уходим! Поднимай парус! Поменьше! Больше паруса! Thank you.
Поднять парус! Парус поднять! Твоя смерть! Победе во славу Господа! Вместе с вами! Вот тебе!
имеет убийца череп! Мне тут нужна помощь. Сюда, на помощь! Помощь!
Эйвор, Эйвор! Парус! Сигур! Лови ветер! Спускай парус! Сигур! Пробуем.
Господь нам поможет.